К вопросу об отношении к вам Соединенных Штатов. Президент Трамп назвал вас, цитирую, «животное Асад». А вы как-то называете американского президента? Я на таком языке не говорю и подобных выражений использовать не стану. На этом языке изъясняется Трамп, что позволяет составить о нем представление. Есть известный принцип — ты то, что ты говоришь. Он хотел показать свою сущность, вот и все. Это ничего не изменило. И подобные высказывания ни на что повлиять не могут. Нужно прислушиваться к тем, кому доверяешь, к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали. Только их слова могут на что-то повлиять, что-то изменить внутри вас в ту или иную сторону. А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично.